Всем привет, ребята! У нас срочное обновление Hilk Embracing. Перевернулся автомобиль, нет проблем. Вертушка, ребята. Новая машинка. Давайте мы ее купим. 50 тысяч. Как хорошо, что у меня были деньги. Давайте прокачаем моторчик. Так, и поехали. Проверим машинку эту. Вертушка. Получается, она автоматически будет поворачиваться. Сейчас мы проверим это. Вертушечка. О, кажется, мне надо будет машинку эту прокачивать. Ой, ё-моё. Ну, вертушка прикольная, конечно. Офигеть. Мне вот интересно, как она будет переворачиваться автоматически, или мне нужно будет как-то на что-то нажимать. Ага, да, она поворачивается автоматически. Ну, вроде бы и так можно ехать, смотри. Ну, я не знаю, может разбиться или нет. Вот это вопрос. Вот это вот хороший вопрос. И где такое можно применять? А, давай. Я хочу ее назад перевернуть. А ну-ка. Да ё-моё, она... Она так сложно переворачивается, тяжело очень. То, что она не прокачанная. Сейчас посмотрим. Опа, давай, назад. Как же она медленно переворачивается. Надо, слушай, там где-то что-то прокачать, видимо, ее. Ну, как бы идея неплохая. Нет, вертушка. А если сравнивать с багги, она больше, чем багги. Очень сильно больше. Прям конкретно больше багги. Интересно. Вот такое вот, ребята, обновление. Да, колесо, смотри, немножко, если на него ударишь, он... Колесо, так тебе сказать, выкручивается. О, мне нужна куча денег, короче, все. Я буду эту тачку прокачивать. Угу. Так, давай. Ох. Недостаточно прокачанная машинка. Интересно. Прям-таки. Очень даже. Не хватило мне бензинчика, так что мы немножко не доехали. А, и здесь, смотри, все поменяли. Ага, ну это получше, чем раньше было. Так, давайте в лесу поедем на ней. И коэффициент интеллекта. Этот чип изменяет форму автомобиля и улучшает управляемость в различных ситуациях. А, нужно вот это тоже прокачать. Чтоб она быстрее соображала, да? Так, мотор повысим, сцепление, подвеску. Так, что еще? Давай еще раз мотор прокачаем. И интеллектуальную тут штучку. Так, а что у нас по деталям? Нифига здесь нету, ё-моё. Ладно, поехали. Посмотрим, как она у нас будет дальше соображать. Интеллектуалочка эта. Вот я, про что я говорила, что всегда нужно много монеток. А кто-то говорил, что будет пожарка. Я не помню, кто говорил. Ну, говорили, что типа пожарная машина будет. Нифига. Вот такая вот у нас вертушка появилась. Угу. Сейчас посмотрим, как она будет соображать теперь, этот интеллектуальный чип. Сейчас день перевернусь специально и проверю, как она сработает. Да, и лучше бы пожарную машинку сделали бы. А, ну вот она, видишь, переворачивается. Ну, чуть-чуть быстрее уже стало. Прикольно. Вверх ногами буду ехать. Ну, есть вероятность, что башка стукнется где-нибудь. Или нет. Или нормально все будет. Вот это вопрос. Так, как теперь назад перевернуться? Непонятно. Ну, я думаю, на этой тачке можно очень много бить рекордов. Прям хорошо так можно будет. Рекорды бить на ней. Да, только прокачать ее надо будет.
вертушку этот. Ну, и она достаточно-таки быстрая машинка. Я ее немножко совсем прокачал. И мы далеко проезжаем на ней. Это не так, как взять даже тот же самый автобус или там трактор. Далеко на нем не проедешь. А здесь вот прям хорошо. Ну, посмотрим, где мы там разобьемся на этой машинке. Интересно. Угу. Так, бензинчик не взяли. Ну ладно. Сейчас день второй бензин возьмем. Где-нибудь будет лежать. Так, вот это прям. Вот это прям интересно. Вот это прям здорово. Классное обновление. А, вот бензинчик. Вот он, вот он, вот он. Так, назад срочно едем. Есть, есть бензин. Вот такая тачка, ребята. Обновленная. Да, что-то не можешь заехать, что ли? Давай, 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 давай. Нет, заезжаем, хорошо. О, нет, назад поехала. Короче, тачку надо прокачивать. Все равно. Ну да, соображает она получше, чем в первый раз. Блин, мне нравится машинка, офигенская. На ней надо будет поездить почаще. Да, сейчас я все деньги буду тратить на эту тачку. Прокачивать ее. Это еще хорошо, что у меня было денег столько, 50 тысяч. Что мы ее смогли купить. А то могло и не быть. Было бы совсем печально, я бы зашел такой в игру, обновил ее, новая тачка, а она, прикинь, тупо я ее купить не могу. О, смотри, как я заехал, прикольно. Вот это мне нравится. А, вот, смотри, сломалась эта штука защитная. И вот башкой, посмотрим, где я стукнуть башкой. Мы сделаем с вами, ребята. А, вот и стукнулись. Понятно. Как бы это уже, знаешь, как бы защита такая есть, но она ненадолго. Так, давайте в городе ее посмотрим, эту машинку, как она будет себя вести. А, прокачаю сцепление, чтобы лучше сцепление было. Так, поехали. Посмотрим, как она себя поведет в городе, машинка. Какой рекорд мы сможем поставить в городе? Так. Переворачиваться, короче, это самое такое, как тебе сказать. Прям будем стараться не переворачиваться. Ну, это такой, на всякий пожарный. Чтобы не разбить себе голову, да? А, ну, а по идее, видишь, она видит препятствие, допустим, сверху. И она в защиту идет, поднимаются колеса. Классно. Ну, надо бы еще сюда бы магнитик поставить. Опа, нифига себе. Офигеть, ты понял, как можно здесь проехать было? Офигенно. Круто. На другой тачке бы ты так бы не проехал бы. Блин, есть, вот надо и тоже этот чип прокачать. Чтобы она назад быстренько переворачивалась. О, видишь, как поднялась. Сработала. Да, тачка огонь вообще. Прикольно, мне нравится. Теперь, ребята, все деньги, которые я буду зарабатывать, я буду эту тачку прокачивать. Да-да-да-да-да-да-да-да. Чтобы прокачать машинку. Все деньги буду сливать на нее. Оп, давай, давай, давай. Ой, молодец, смотри как. Да, в городе она нормально-таки едет. Ну, 1,5 километра проехали. Прям легко-таки. Прям-таки легко проехали. Если другие тачки у меня, блин, сюда не проеду так далеко. Пока ты их столько денег не сольешь в них. Ах, а это прям молодец. Только нужен магнитик сюда. Без магнитика
Очень все печально. Чтобы проезжать здесь и, конечно, зарабатывать монетки, нужен магнитик. Так, я хочу, чтобы она где-нибудь так опять трансформировалась. А, где-нибудь, сейчас посмотрим. Трансформацию. Либо это где-то надо в пещерах смотреть трансформацию, чтобы она трансформировалась. Так, давай. Опа, и поехали. О. Как бы и так монетки мы можем собрать, но все равно. Оп, смотри. Оп, ах, я хотел перевернуться, ну ладно. Сейчас день перевернемся, специально проверить. Вот, например, здесь. О, видишь, защита включилась. Да, ну башкой стукается вот эта защита. Ну, вроде бы скорость она не теряет. Как бы. Опа, все. Перевернулись. О, видишь, как она переворачивается, прикольно. Давай, заедь куда-нибудь. Так, да в смысле разбился? Зачем здесь так делают, чтобы разбился? Я могу и заехать на этой машинке.